Федор, почему без подарков сейчас? А я попросил, чтобы мне на базу привезли. Что вам подарили? Так что они есть. Не знаю, там, кажется, очень теплая куртка какая-то от Боска и какие-то, наверное, печеньки с конфетами. На Новый год как раз. Ну да. Как вы занимаетесь? Хорошо, что удалось добиться победы, тем более Рубин там много голов не пропускает, и у них была тоже беспроигрышная серия, победная даже, вот. Хорошо, что закончили крайний домашний матч в этом году с победой, опять же. Ну, могли забивать больше в конце, но чего-то не хватило. Погодные условия как? Погодные условия, ну, такие, как обычно, в декабре, в принципе, ничего нового. Но не кажется странно, что играть такую погоду? Да нет, а мне кажется, что мы вот только в прошлом году закончили раньше, а так последние сколько лет? 8 играем вот до этих чисел, поэтому. Ну, как будто бы это не для болельщиков. Это явно не для болельщиков, и не знаю, кто там компетентен у нас в этом плане, кто за это отвечает, но как будто бы вот кубковым матчем с «Зенитом», ну и, соответственно, кто играл кубок, можно было заканчивать, мне кажется, в этом году игры, тем более, если там позволяет календарь перенести матч. Вчера, возможно, видели матч ЦСКА-Ростов, просто да. Именно как они проводили... Конечно, это не для болельщиков, конечно же, это не для зрителей на трибунах, и это... Да и не для спортсмена в том числе, но... А для кого? Вы мне скажите, для кого, не знаю, но... не первый матч в снегу и не последний, скорее всего, в нашей стороне, поэтому есть что есть. Самые худшие условия, в которых ты играл в футбол? Ну, профессионально, может, в детстве? Да не, ну в детстве ты вообще играешь на снегу, как бы, поэтому даже наоборот прикольно, мне кажется. Красный мяч дали раз в году, бегаешь довольный, пакеты надел на носки шерстяные, и все отлично. Даже сложно вспомнить. А, нет, помню, вру, это был, мне кажется, сезон, когда «Динамо» выиграла бронзовую медаль в 2008 году, первый тур был в Томске, и было минус 17. Мы сыграли 0-0, вот это было жесть. Федор, всего 4 очка до «Зенита». Да, неплохо. Нет, 3 до «Зенита», 4 до «Краснодара» на первое место. Mm-hmm. Не кажется, что чемпионство где-то замаячило? Да, конечно, не кажется, потому что еще играет до июня месяца, поэтому... Ну, как будто это более вероятно для «Динамо», чем за предыдущие 10. Мы от игры к игре идем и рады, что удается, опять же, продлить беспроигрышную серию, тем более побеждать. Сейчас будем хорошо работать на сборах. Ну, нужно сыграть еще крайний матч в этом году официально. И будем готовиться к весенней части. Как вы сказали, серию беспроигрышений, в чем есть причина? Причина то, что у нас хорошая команда. Я говорил в начале сезона, что нам нужно усиляться. Мне кажется, как раз подписали хороших футболистов. И у нас и скамейка расширилась, и конкуренция. И поэтому сейчас играем в хороший свой футбол. Федор, Костя Цукаев наконец-то продлил контракт. Поздравил его, это было очень долго, длилось этой эпохи. Все поздравили его, он 5 раз коридор пробегал, ему почки отстучали, поэтому нормально. Еще простава в ресторан сводит, и еще один подпишет такой. У тебя были сомнения, что он может прийти в «Зенит»? Ну, с моей точки зрения, наверное, были, если слухи ходили, вот, у него спрашивал, ну, понятно, что ситуация такая. Не очень, наверное, была понятна для него самого, но он хотел остаться, насколько я знаю, поэтому все рады, и мне кажется, что это очень правильный шаг для обеих сторон, как для Кости, так и для Димана. Как-то со стороны на него влияла эта ситуация? Визуально не казалось, внешне не было никаких проявлений, ну, поэтому лучше, наверное, Кости спросить, я не знаю, мне так не казалось. Бутелло говорил, что впервые выйдет снег. Сейчас такой. Я не строю. Морозов как-то подшучивает над легионерами, которые что-то, может быть, и не спрашивают особенно. Да нет, они ничего не спрашивают. Ну, вы сами сказали, что он впервые увидел снег, он и Луис Чавес, кажется. Ну ничего, тренируется на равных и, в принципе, не халтурят, остаются внутри, поэтому все нормально, молодцы. Адаптируют.